Почему выпадают волосы? Я Юлия Грицай, специалист по питанию, снижению веса, коуч холистического здоровья. И здесь все о питании, о молодости, о витаминах, о балансе, о красоте. Подписывайся! Причин может быть несколько. И первое – дисфункция в работе щитовидной железы. Второе – хронические стрессы. И одна распространенных причин – это беременность. Третье – недостаток витаминов и микроэлементов также влияет на состояние всего организма и на рост, и на выпадение волос. Четвертое. Нормализация железа в крови в присутствии витамина С способствует росту волос. Пятое. Дефицит цинка также может быть причиной выпадения волос вплоть до облысения. Шестое. Незаменимые жирные кислоты очень важны для роста волос. А если их дефицит, то тогда рост волос замедляется и даже выпадает. 40% женщин, страдающих облысением, имели именно недостаток биотина, питательного компонента, отвечающего за обменные процессы в фолликулах волоса. Так что подписывайся на мой аккаунт и в стране и оздоравливайся вместе со мной.